Привет всем на канале Farlo TV, мы с вами продолжаем играть в игру Assassin's Creed 2. И прежде чем мы отправимся с вами до последующей ликвидации лейтенантов, мы с вами посетим убежище тамплиера, ну а потом уже продолжим ликвидировать цели. Итак, хватился все-таки, ладно. Давайте поспешим, у нас еще целых 5 целей имеется. Со всеми нужно будет разобраться, а в дальнейшем посмотреть, какие же будут происходить события и все тому подобное. Назад, убийца! На помощь! Надо бежать! Это безумие! Нужно уходить! Чего ж ты его не сбил-то? Это без меня. Что за глупость? Так, страница кодекса рядом, кстати говоря, и стражников нету. Давайте заберем. Господи, помоги мне. Смерть насильственная. Ну, кто видел? А вот и убежище тамплиера, судя по всему. Давайте зайдем. Что нас здесь может ожидать, интересно мне узнать. Вторжение. Проникните во дворец Медичи, спасите Лоренцо тамплиеров. Интересно, ну давайте. Весьма даже интересно. Так. Угу. Достаточно печально. Здесь никого нет. Сеньор Лоренцо! Картина. Лоренцо никого не принимает. Стой! Это же ты убил Франческо Пацци! Стража! Взять его! С удовольствием. Да попытайтесь. Вон он! Бей его! Но откуда? Ну вот и все. Попытались стража взять его. И нам нужно бы взобраться куда-то, пробраться, да, совершенно верно. Только вот как и куда сообразить бы еще. А, все, вижу. Давай, Эцио, не подведи. По кругу бегать это не дело, честно говоря, поэтому давайте немного поменяем наш маршрут. Да, заветный рычаг, который так и нужен нам для активации, судя по всему. Подходи, подходи. Я хочу поговорить с тобой. Зачем ты здесь? Этот капюшон. Все, успокоились, ребята. Зря только спускались. Ну да ладно. Ведь нам все равно предстоит пробраться к нужному месту с другой стороны. Понятно это дело. Что непонятно это непонятное дело. Ладно, раз мы так не хотим, тогда нам придется немного по-другому. Про
картинам пойдем. Кажется, все верно было, пока Эцио сделал все неверно. Но это он умеет, не удивляйтесь. Секретная область была найдена, что-то мы такое интересное активировали. Тайники. Очень хорошо. Я слышал шум внизу. Давайте, отрабатывайте свое жалование. Разделитесь на две группы. Одна обыщет двор, а вторая пойдет со мной в часовню. Си, капитану. Затем мы проверим все потайные ходы. А как же Лоренцо? Лоренцо уже мертв. Кто-то он с фингалом пошел. Знаю этого человека. Я уверен в этом. Спокойно, ребят, спокойно. Вам показалось. Этот плащ. Где-то я где-то видел этот плащ. Вон он! Вот он! Вот он! Да-да-да-да, вот он, все верно. Зачем? Он там! Да, был там уже тут и уже снова нету. Такой вот он, Эцио, прям неуловимый. Кто бы мог только подумать и представить себе такое. Thank you.
должно быть. Кто бы это говорил? Он похож на... Вот он! Тем не менее, мы проникаем уже в убежище. Вот так вот скоропостижно. Снова находя секретную область. Выше. Да, выше. Но только вот насколько выше, не очень понятно-то. Хотя уже можно предположить. Что-то немного сбились с курса правильного. Лоренцо, черт побери! Кто-нибудь, заберитесь туда! Вы все слышали? Вы двое, тащите лестницу! Прям засада. Зачем им лестница? Лоренцо не хочет выходить! Что они так долго возятся? Если бы вы так не шумели, он бы нас не услышал. Черт, это ты во всем виноват! Вы все занимайтесь своим делом! Интересный рычаг мы активируем. Прям вообще все здесь интересное такое. Она открылась! Слышали? Это доносится из спальни. Тот, кто открыл ее, должен быть там. В спальне чужак! Убейте его! Логично. Да, капитан. Ну и... Должно. Стоп.
Не должно. Это вы так, наверное, решили. Что там у вас должно, не должно. Мы тут сами себе. Путеводители и командиры. Опустите меч! Это я! Эцио, ты снова спас меня. Сначала они вторглись в мою церковь, а теперь и в мой дом. Я клянусь, они заплатят за это. Взгляни вокруг. Это одна из моих сокровищниц. Можешь взять все, что захочешь. Моя жизнь дороже золота. Полагаю, в моем доме уже не осталось врагов. Да, господин. Благодарю за этот ценный дар. Мне пора идти. Но я вернусь, когда с Патце будет покончено. Я не забуду того, что ты сделал для меня. Удачи. Заберем награду. Воспоминания вторжения мы с вами выполнили. Остается вернуться в город, где мы впоследствии отправимся на ликвидацию оставшихся целей приоритетных в виде так называемых лейтенантов. Ну а пока что на этом все. Всем до встречи, обязательно продолжим.